Всем привет, дорогие друзья! Очередной выезд на охоту. Сегодня будем исследовать новые места, которые нам посоветовали в прошлом ролике. Мы часть уже исследовали, начали пару каналов. Но я посмотрел карты. По картам там их примерно 6. 6 каналов. Я исследовал только 2. Поэтому сейчас мы начинаем уже, можно сказать, традиционно свое видео с определенного места, где мы взяли утку первую в этом году. Сейчас я туда пройдусь с собачкой. В прошлый раз здесь люди сидели, рыбаки рыбачили, уток не было. Ну, возможно, сегодня будний день. Возможно, сегодня там никого нет, и уточки там приземлились ночью и активно сейчас там отдыхают. Но мы нарушим их отдых. Охотиться я сегодня решил с пятизарядочкой, как мне посоветовал мужик. Если есть пятизарядка, то можно сразу же набить 30 штук. Есть пятизарядка. Патроны буду использовать все те же, которые мне выдали в разрешительной системе, так сказать, на халяву. Разносол там у нас от 80-х годов до современной жизни. МРочка 155-я. Посмотрим, как она отработает сегодня. Братишка отдохнувший, все хорошо. Сейчас я тогда заряжаюсь, цепляю погон и выдвигаемся. Так, погона у нас сегодня не будет. Мы потеряли антапку. Там есть утки, 100% утки есть. Я слышу, как они крякают. Утки были здесь, сидели. И там тоже крякают утки. Блять. Братан, братан.
садятся в камыш. Опа, упали. Собака так обойдет. Может, он их сюда толкнет. А здесь можно стрелять будет. Блять, много утки, смотрите сколько. Пиздец. Взял пятизарядку. Смотрите, какая стая. Ах, вообще не готов был. Вообще не готов был. Вот это да. Вот это, Женя, ты даешь. Утро началось с утки вроде бы. И уток много. Я в этом году первый раз такую стаю только увидел. Но очень плохая стрельба. Я был не готов. Смотрел вообще в другую сторону. И я даже не слышал, как они взлетали, хотя это было очень рядом. То есть это недалеко. Я... был не готов к выстрелу, ребят. С тузика все четко. С пятизарядки. Видите, как получается. Очень плохая стрельба. Так, пойти там, туда еще зайти. Потому что там тоже... они же вот сейчас две сели там. Эти улетели туда, куда мы сейчас поедем. Хорошее место. Так, очередной канал. Вот такой вот. Но мне кажется, больно людно здесь. Нет, здесь не буду сидеть, больно опасно им тут. Только вот так, в камыше, но вряд ли. Так. Там отличная трава. Просто супер трава. Единственное, что там могут. Пройдусь все-таки. Блин, колючки здесь много. Было так, да прошло, это лето отцвело, прячет ночь под листву тепло.
жаль, жаль цветы и деревню жаль. Пройду один мимо сельсовета, услышу блеск уток на воде. Еще звенит где-то это лето, да вся беда, я не знаю где. Есть места шикарные и по зайцу. Вон уточка летит. И куропачи, прям хорошие местечки здесь. Но за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Поэтому сегодня, и раз запланировали на уток, то охотимся на уток. На птицу, короче. Места шикарные. Ну, в первое озеро суваться нет смысла. Не, ну хотя, как нет смысла? Всегда есть смысл. Первый канал. Там этот рыбак сидит. Активно двигаются там. Проверим, что у нас тут, вода нет. Да, слушайте, здесь тоже вода. Далеко, не грустишь наверняка. Позабыть. Здесь стоит пройтись тут подальше. А теперь здесь до слез помнит мой лохматый пес. Помню так. Я, помнит тихий плес. Пройду один мимо сельсовета, услышу блеск.
Я слышу. Так, прошли мы 3 канала, их 6. Так, итог. Дай бог памяти. Что у нас получается? Вот здесь вот, в 3-м сидела одна. Но она нас не подпустила. Далековато. И здесь камыш довольно-таки густой. Здесь, если бы я знал местность, здесь нужно переходить. Не переходить, а подходить с той стороны канала. Я с этой пошел, здесь слишком широкий камыш. С той стороны канала он поуже. То есть правильнее было бы подходить с той стороны. И мы бы дотянулись бы до этой утки. Но мы же разведчики, мы пока не знаем, как правильно. Теперь в следующий раз я уже буду знать, что этот 3-й канал лучше подходить с той стороны. Первые 2 канала, ну не знаю, рано утром, может быть, потому что там людно. Рыбаки живут. То есть круглый день. Но все равно, как известно, идешь с удочкой, утки на голову срут. Идешь с ружьем, сазаны плещутся, прям в карман запрыгивают. Закон подлости. Поэтому проверять нужно все. Проверять нужно и те первые два. Ну, то есть, такой маршрут себе набили. Уже получается, прям с утра можно, если по уткам поехал. Вот уже чик-чик-чик-чик-чик, 4 оврага. Первый — это тот, который, где мы начинаем всегда. Прошелся, и потом уже, если у тебя остаток дня есть, отдохнул, чайку попил и перешел уже на полевую. Как-то так. Сейчас едем искать 4-й канал. Брат решил залезть. Ладно, пойдем по 2 стороны, так даже лучше. Вчера вода была, воду скинули маленько. Так, коростелечка мы так и не нашли. Ты хрен ты его найдешь.
И... тоже сетка. Беседка, что ли? Вяхер, что ли, сидел? Да, вот это день так день. Представляете, я их на мушке держал, вот. Они такие охренели. Охренеть. Да. Каналы, каналы. Да, брат. Вот это лох так лох. Ох, 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 ох. Это жесть просто. Это просто жесть. Кто-то здесь. Кто-то здесь есть. Вот здесь он шевельнулся. Кто-то здесь есть. Стойку стал прям на воде. Вон, две полетели. Не от нас ли? За другую сторону уходит он почему-то. Здесь обрат рыбалкой опять занялся. Опять этих ловит. От скуки. Ну, я не пойму. Ну скажи, брат, не каждый рыбак охотник, но каждый охотник рыбак, да, брат? Рыбку ловим. Молодец. Пошли, все, поехали домой. Поехали дальше. Ну, братан, вот оно тебе надо. Как вам кино?
Вино и домино. Такого и в страшном сне не приснится охотнику. Казалось бы, вот она уточка, рядышком, прям вот она, две сидят, они аж опешили просто, вот такие, кто это здесь? А ведь мужик был прав. Брат, ты чё? Прав был дядька. Имея пятизарядку, можно и 30 штук навалять. Но только он не подметил одно но, умеючи. Сегодня точно штучек 30-то мы подняли. За сегодняшний день. Сейчас перекус у нас с братаном. И все, ребятки. На этом, возможно, конец. Но мы еще заедем с ним по куропаткам. Но это уже, наверное, будет постскриптум. Пройдемся. Но опять же, всякое бывает на охоте. Не все коту масленица. Тут можно перечислять, перечислять и перечислять. Несобранность. Отвлекаешься, неправильно подходишь. Хотя в первом месте, где больше всего было уток, мы все правильно ведь подошли. Но стрельба, ребята, стрельба. С двустволки у меня лучше получается стрелять, значительно лучше. Ну, находились сегодня. Ну, по крайней мере, мне картинка понятна. Я уже знаю. Вот к этому озеру, кстати, тоже лучше с другой стороны подходить. Но там нет дороги. То есть, надо будет мне как-то переходить ее и с этой стороны идти. Потому что, если идешь по этой стороне, здесь также очень густой камыш, и он далеко от берега. Получается, выстрел не достает уже. А так, в целом, хорошо погуляли, собачка поработала, брат отличный, молодец, все классно он делает, я подкачал, впрочем, как и всегда. Но опять же, это охота, я показываю, как есть, чтобы люди не думали, что вот на охоту ты пошел и всего нашел и все добыл. Так бывает, но очень редко. Иначе бы у нас не было бы ни дичи, ничего. Извините, что я перед вами ем. Но очень хочется кушать. Время 2 часа. Мы с 8 ходим. Ой. Брат, ты мне. Иди сюда. Колбасу тебе нельзя, на. Иди ко мне. Ко мне. Ага, ты. Умничка ты моя. Садись, садись. Теперь поедем, наверное, день дадим отдохнуть. И поедем уже теперь в следующий раз в обратном порядке. Я уже теперь дороги пробил, я теперь знаю как. Самая козырная — это третья карта. Канал или как она там? Канал называется. Так бы все так вот классно, все так близко. Казалось бы, вот. На вытянутой руке. Возьми, не хочу. Ну вот, не взял. Да, брат? Пополам с тобой. Сейчас мы заглянем еще с ним по куропаткам. На. Моя мальчик мой. Еще появилось дикое желание, ребят, маленько отвлечься от охоты. Что-то так хотелось вернуть, так хочется вернуться в прошлое. Вот, как говорится, с чего начинал на природе. Прям поселилась у меня какая-то такая вот идея фикс. Взять надувную лодочку, куда-нибудь уехать с палаточкой, спиннинг взять. И вот со спиннингом, прям с ночевкой поехать на все выходные. Просто чисто поспиннинговать. Не ради рыбы, а ради вот самого вот этого. Вот сидит во мне, вот что-то вот ночами даже снится, хочется вот прям куда-то поехать, так, чтобы была осень желтая, красивая, листва на воде, и кидать спиннинг, вот этот вот бульк-бульк, и грести потихонечку. Не знаю, идея фикс, вот хочу и все. Я, наверное, вот не на этих выходных, так, может, на следующих реализую.
хотелось бы, знаете, как вот палатку с печечкой поставить. Все прям так, чтобы было вот прям как по фэншую. Да, брат? Че, колбаса моя, хлеб твой? М? Колбасы тоже чуть-чуть дадим. О, молодец. Кушай. Ладно, сейчас заканчиваем чаепитие. Брат особо-то не устал. На улице жарко, но он весь день в воде. Теперь я вижу, что собака выносливая. То есть по крепкому камышу он работает очень хорошо. В поле ему тяжело. Возможно, из-за того, что он черный. Сильно палит его солнцем. А может быть, просто не нравится ему это. Не знаю, как определить. В поле быстро сдыхает. Прям раз-раз-раз, и все, он уже жарко. Он такой в тенечек, в тенечек, в тенечек. Да, братан? А в воде? Что ты весь порезанный, побитый? Ну как так, брат? Вот где ты лазишь? Нет у тебя клещей-то хоть? Ладно, дома будем смотреть, вычесываться и смотреть. С братом прочесали мы траву. Ну, какие-то, может быть, наброды были ночные, что-то он там петлял, распутывал, но ничего мы, короче, не подняли. Он устал, но вроде еще пока бегает. Сегодня он по траве бегал хорошо. Дорог практически не держится, молодец. В основном ходит травой, травой, травой. Может быть, даже подняли зайца. Какая-то стойка была непонятная, потом улетел вдаль. Но если след зайчи горячий, он его гонит с лаем. Тут как бы у меня под вопросом, что это было. На сегодня все. Можете похихикать в комментариях. Такие видео всегда не стеснялся выкладывать. Ничего здесь такого нету. Охота есть охота, оно как есть, так и показываю. То есть бывает и вот так. И, кстати, чаще бывает даже так. Редко, когда. Но я заметил, знаете как, чем чаще ты в угодьях, тем больше удачи на твоей стороне. Я пока в разведке. То есть как правильно подходить, где собирается птица, пока вот нахожу эти места. Также в прошлых угодьях, когда я охотился, я показывал свои ролики, были и неудачи, и промахи, и неправильные подходы. Сами видели, я был и с дичью, бывало и без дичи, бывало и с промахами. Ничего страшного в этом нету. Наверное, уже закрепилась у меня такая поговорка: дорогу осилит идущий. Вам всего хорошего. Пока.